Сижу у обмелевшего пруда. Ну вот, немножечко все-таки Николай поправил это положение. Выкопал здесь, углубил его. Выкопал сколько здесь земли. Вот он вчера выкапывал, сегодня. И вот... Длина какая. Туда аж. О, плывет кто-то. И немножко ожил пруд. Вот я здесь села. Конечно, здесь лестница. Вот сколько. Эта лестница под водой была раньше. А вот ожил он. Здесь же вообще лучше было. Уж, по-моему, плывет. Если я не ошибаюсь. Сейчас мы будем наблюдать. Вот, видите, движение, движение. Кто-то плывет там. Значит, вот это закрутилось, закрутилось. Ну, нет, на поверхности не видно. Ну, я на поверхности видала, как уж длинненькое такое тельце изгибается. Вот меня зовут. Сейчас я уже доснимаю. Ну, что я хочу сказать. Ожил, конечно, немножечко пруд. Здесь птичка прилетала. Такая радостная, щепетала. Вот. О, птички полетели. Вот. Как будто бы благодарила за то, что появилась здесь водичка. Потому что без водички же это же смерть. Вон какие все желтые стоят. Вот. Эти деревья пожелтевшие уже, потому что воды нет. Хотя бы вот какое-то движение было, хотя бы какое-то, какая-то влажность, а то ж не было. Вот они пожелтели. Ну, что, больше никто там. Это летали эти стрекозки уже здесь. Ну да, вот этот вот что-то закрутился, пошел на низ. Еще удивительно, что здесь что-то осталось. Ну, в общем-то, будет вот прямо там как вот движение какое-то идет. Как будто бы или плывет кто-то, или там родники бьют. Ну, потому что он сказал, что до родников докопался. Но нет. Очевидно, это просто ветерочек. Ветерочек подул. Солнышко садится. Птички распелись. Сегодня 30 сентября, хочу сказать, 30 сентября. Погода по-прежнему чудесная. Жарко было, ну, тепло. Но с утра прохладненько, так было, 19 градусов. А потом потеплело. Так что... Еще, я думаю, будет тепло. Ну, такой наш, как бы... восстановленный, ну, еще не совсем восстановленный, но с попыткой восстановления прудик. Надеюсь, что в следующий раз хотя бы пойдут дожди, хоть чуть-чуть его наполнят. А вон птичка вот эта, которая летала, песенки пела, видите? Вот откуда улетела. Ну, они же могут попить водичку хотя бы какую-то. А то ж вообще и вода застойная, оно ж невкусно. Вот они разлетались. Ну, они вообще такие ребята, любят общество. Так что ничего удивительного. Если здесь кто-то сидит, рассказывает, значит, и им тоже надо сюда подлететь. Пивунье. Отлетает.
Ну что, движения нет. Все спят. Отдыхают. Там что-то вроде как на рака похоже. Что-то на рака похоже. Что муж говорил. Да, вот это, наверное, рачок. Это рачок, наверное, маленький, да. Вот он что-то выполз. Видите? Рак. Сидит там. Ну, вылез немножко на поверхность. Можно и там, и там. И водички на земле. Хорошо. Вот так. Так что потихонечку. Фауна восстановится. Вот так. Вот. Ну, на этом все. Репортаж окончен с пруда. Вот она, птичка, птичка. Не знаю, видите вы ее или нет. Сейчас я попытаюсь увеличить. Вот так, 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 так. С желтеньким пузиком. Ага, вот с желтеньким животиком. Вот она. Вот так и улетела.